Здравствуйте, я привидение. У меня даже помада теперь фиолетовая есть. От Никса. Или Никсовая помада ХЗ. Короче, обзор сей будет вскрытие. Но она уже вскрылась еще на базе выдачи. Коробочки с Озона. Я, конечно, думала записать АСМР, но вспомнила, что Озон у меня вроде как вне АСМР, а сам по себе этот самый. Плюс еще, честно, вот так достали люди живые, вот не поверите, вот если вы частично хики или просто, вот даже не будучи хики, когда вас так достанут люди, вы захотите быть хики. Так настолько достали люди, что трындец. То хрен дождешься некоторых, то хрен выставишь, то хрен... Ну, я не могу вежливо сказать, точнее, я как бы говорю, нет, я не занята, ну или говорю, да, я занята. Ну, в общем, получается так, что... Как бы вежливо человеку намекаешь, что ненадолго заходить, да, я согласен. А человек не понимает. А прямым текстом как бы не послёшь, потому что как бы невежливо. И еще такой момент, что человек всячески пытается помочь, еще что-то, а тут, типа, можно я с тобой посоветуюсь? Блин, позвони по телефону и посоветуйся, но не могу я каждый день вот тебя по несколько часов терпеть. Не, круто, конечно, вот у вас есть друзья, они к вам заходят, но мне всегда нужен отдых от друзей. От людей вообще. Я тут пытаюсь перевод доделать, вещи какие-то. Вот сзади у меня тюльки, кульки с обезьянами. Часть обезьян уже отстиралась. А слушайте, так прикольно обезьяны стираются. Я вчера сначала постирала 15 минут тестово, ну эту, на экспресс-стирке 15-минутной этих обезьян. И там несколько обезьян было говорящих. Думаю, блин, трындец, постирала и говорящих обезьян. Наверное, они коньки откинули, не будут говорить. Говорят. После чего я постирала еще партию этих самых обезьян других, ну, тестовала вот это, не тестовала, уже родня мне посоветовала на экспресс-стирке, короче, 15-минутной. Чуть меньше порошка положила, потому что хрен знает, сколько его туда ложить, вот тут коробочка еще, все говорю. Просто тупо накопилось. И, в общем, у меня одна обезьяна такая была, орет она так по обезьяне, вот конкретно по обезьяне. Когда-то ко мне пришла подружка еще в ту квартиру, на что-то нажала, говорит, Лёля, ты в курсе? Я говорю, ой, что это орёт? Ты в курсе, что у тебя обезьяна орёт? Я не знала, может, вообще тупо забыла, может, и не знала. Она орёт. На ней не было никаких значков, что она орёт. И вот вчера она у меня висит. Вот это вот типа сушилка. И вот на этой сушилке висит эта обезьяна. Я её положила, видать, другое пока ложу, и что-то на неё задела. Это что-то, где она орёт, и как она заорёт. К вечеру, вот так, часов 11 вечера. Почти ночи. За час до полуночи. Потом я что-то еще задела, она как опять заорет. Пришлось перевернуть ее кверху брюхом. Больше не орала. И да, у меня тут те, кто воют, что типа в деревню ты потом свою съездишь. Я, кстати, там была вообще два раза только. Меня больше пока не брали по некоторым причинам. Потому что некоторые типа меня периодически хотят есть. Иногда бывает времени мало, и на хотеть есть нет времени. Ну и, короче, АСМР очень много времени занимает. Мне сейчас этот товарищ дёр. Я подозреваю, что слышно в камеру бывает, когда он дерёт. И на улице люди орут. Но я таки в процессе обдумывания, наверное, что писать и где расположить эти флакончики. Короче, вот тут у меня вообще этот заказ чисто из-за тети делала, и там кое-что, что хотела сама себе заказать. Но люди у меня к той бумажке, которая пришла в посылке от Лёльки из Тюмени, добавилась еще бумажка. Я ими потом отдельно пошуршу. Теперь у меня три бумажки. Так, мой ножичек. 24 рубля, по-моему, он стоил. Красненький ножичек. 10 ПСЭ чего-то там. Набор дополнительных лезвий. Внимательно, лезвия очень острые. Обращайтесь с осторожностью. А где тут эти дополнительные это лезвия? Тут нет дополнительных лезвий. Тут просто ножичек. По-моему, я и заказывала, это просто ножичек был. Как давно у меня не было такого ножичка. Ну, не именно такого, вообще вот именно такого ножа. В смысле, вообще ножичка. ХЗ, где тут эти дополнительные лезвия. Счастье есть. Теперь я смогу безболезненно вскрывать посылки, если вдруг мне кто-нибудь еще решит что-то послать. Так. Эрик Краузер. Крем хорошо запакованный.
Благодаря одному доброму самаритянину у меня теперь есть розовый кофе. Да. Блин, он пахнет так свеженько. Не протек ли он? Хотя вроде запаян. Но пахнет очень так узнаваемо. Я сначала хотела заказать тоже себе крем, но вспомнила, что у меня там всяких этих лосьонов для тела дофига и больше. Надо бы как-то их тратить. Надарено. Не, он зафольгирован. Слава богам, каким-нибудь. Так что это не с него ничего. И срок у него сейчас глянем. Так, а срок хрен его знает, где этот срок. Да какого у него срок-то? А не. Что-то не пойму, какой у него срок. 6 месяцев после вскрытия. Продукт растительного происхождения. Что-то тут столько всего нафигачено. Ну, в общем, будем считать, что у него нормальный срок, потому что я что-то не вижу, не могу его рассмотреть. Ну, не думаю, что Озон будет что-то такое плохое продавать. Крем, освежающий для уставших тяжелых ног, каштан и прополис. В общем, очень классный крем от Green Mama. Моей тете очень нравится, она и просила заказать. А еще мне очень хотелось там одну штуку, но надо было добирать до минимального заказа, как я уже говорила, в каком-то там месте. В общем, это футболочка, а и вот по цвету футболочки фиолетовая тетрадочка. Метрическая система мер. Таблица умножения, бла-бла. Magic lines. Ну, мне тупо надо тетрадочку на всякий случай, потому что я хоть уже 2 с лишним месяца не прикладывалась капитально так к изучению ЯПа, чисто по предложеньке новые слова там вписываю или тесты всякие буквенные и на слова прохожу. Но где вот эти правила, грамматика, мне вот там тетрадочка заканчивается. И что хочу сказать. Там везде на большинство тетрадочек всякие странные отзывы были. То бумага не такая, то еще что-то. Он нормальные клетки. Как ногами вообще повернула. Хорошая бумага. 15 что ли рублей она стоила. 18 листов. Бумажная мануфактура с 1718 года. Дзержинский район. Полотняно-заводская бумажная мануфактура. Калужская область. В общем, хорошая фиолетовая тетрадочка. Сиреневая или фиг знает какая. Под цвет помады прям. Так, ну и вот кофточка. О, у меня тут еще одна коробочка. Теперь у меня сегодня 2 коробочки. Так, это у нас... А что это вообще у нас было? Топ трикотажный, женский, хлопок 95, ПУ 5. Ну, это в смысле процентов. Бирюза. Август. Вроде как она должна была быть этим самым. Оди. Сейчас узнаем, кто это. Оди, не Оди. Да, майка женская Оди Ультра. Цвет сиреневый. Сделана в Узбекистане. Ну, видимо, сделана для Оди. Потому что трио Август СПБ. Потом еще Узбекистан. Бирюза групп. Бла-бла-бла и бла-бла-бла. В общем, 42-й размер это должен был быть. Да, 42-й. Ну, я вообще думала сначала примерить, а потом уже мне обозревать. Но когда меня по телефону предупредили, что ко мне явятся, непонятно когда, то я решила все-таки ее просто пока обозреть, а потом, если что, может, ничего не засниму. Ну, если хотите, вот отдельно так это засниму с ней. Что, такой приятный на ощупь материал. Прикольный. У меня еще и ногти сегодня такие вот фиолетовые с моим любимым лаком с блестками. Хорошая кофточка. Тут он. Ози Ультра. Сделана в Узбекистане. XL размер. Вот такой у меня мелкий заказ. Всем спасибо за внимание и пока!